Теремок ТВ. Солнышко проснулось, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Смешинка. Здравствуй, барашек. Чего нос повесил? Здравствуйте. Вот, я клоуна собирал, а он сломался. Привет, барашек! Ой, а что это с барашеком? Барашеку грустно. Грустно? А я тебя развеселю! Вот! Почитаем веселую книжку! Корова! Корова поет! Нет! Кошка мяукает! А корова... Му-му! Му! Корова! Му! Похоже, книжка немного сломалась. Ничего, тогда мы чего-нибудь веселое нарисуем. Ай! Как идет. Мы ягод поедим. Поедим, поедим и тоску победим. Подержи меня, барашек. О, не ушибся. В порядке. Барашек, ты чего? Крошек, да это же ты и меня, и барашека. Ух, как рассмешил. Рассмешил? Ага, ты с коровой так. Она мяу, мяу, потом краски. Вжух, я индеец, и ягодами так. А теперь вот. Как же здорово, когда рядом есть верные друзья, способные рассмешить и поднять настроение. Смешно и не смешно. Кеймском, крики-кики, кеймском. Кеймском, крики-кики-кем. Парарара. Кеймском, крики-кики, кеймском. Кеймском, крики-кики-кем. Мы проснемся. Засмеемся. Сполоснемся. Засмеемся. Мы споткнемся, улыбнемся, улыбнемся до ушей. Вот так с утра смеяться, улыбаться, не бояться. Право я не знаю, братцы, это тайна малышей. Это карапуля. И ест он муфрышки. Живет в колобуньке. И любит веселиться. Если вдруг кому-то больно и обидно, то смеяться нам над этим очень стыдно. Столько разного смешного есть вокруг. Выбирай себе по вкусу, милый друг. Да-да, похохочем. Похихикаем, погогочем. И пофыркаем. И покатимся от смеха. Вот потеха. Вот потеха. Вот потеха. Кеймском, крики-кики, кеймском. Кеймском, крики-кики, да.
проснулась, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Варежка. Здравствуйте, малыши. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, как я могу. Здравствуй, Нюшенька. О-о-о. Здравствуйте. Ты что же, решила навести порядок? Да, чтобы ничего не потерялось. Ой, варежка потерялась. Да, непорядок. Варежка потерялась. Да вот же она. Надо отнести варежку на место. Пусть полежит. Варежка обидится. Варежки не обижаются. Ку-ку, вылезайте, я не обиделась. А варежка не обиделась? Еще нет, но я бы лучше отнесла ее на место. Сюда? Нет, не сюда. Тут игрушки. Сюда и не сюда. Тут ботиночки. А куда же? Варежка, это одежда малышей. Ее нужно отнести туда, где лежит одежда. Туда! И больше не теряйся. И ты, вторая варежка, тоже не теряйся. Хорошо, когда одежда в порядке и на своем месте. Одежда. Нюшенька, познакомишь меня со своей подружкой? Да, это Мушенька, а это ее одежда. Чтобы не замерзнуть и покрасоваться, выдумали люди, будем одеваться. Будем одеваться летом и зимой. Взрослые и дети, и любимый мой. Мишки, штанишки, Сашки, рубашку, модные шорты, Коле и Яшке, платье Наташке, юбочку Машке, всем по одежке, даже сережки. Юбочка испортилась. Починим, и будет как новая. За одеждой нужно ухаживать, стирать, гладить, а иногда и чинить. Чтобы не замерзнуть и покрасоваться, выдумали люди, будем одеваться. Взрослые и дети, летчик и матрос, просто все на свете, даже Дед Мороз. Мишки, штанишки, Сашке, рубашку, модные шорты, Коле и Яшке, платье Наташке, юбочку Машке, всем по одежке, даже сережки и Игорюшке. Ha ha ha!
проснулась, новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики, малышарики, приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики, малышарики, подрастайте поскорее, малышарики. Апчхи. Будь здоров! Я не чихала! Я не чихал. Здравствуйте, балыши! Здравствуйте! Что случилось? Кажется, кто-то заболел. Ничего страшного, пройдет. Что вы собираетесь делать? Апчхи! Мы собираемся лечить Еленуку. Ага, заболел бедняжка. Ой, вот, одеяло. Чтобы укрыть больного. Здравствуйте, я врач. Вы меня вызывали? Нет, не вызывал. Я вызывал. У нас заболел Зеленука. Он гулял по лужам и простудился. Так-так-так. Дышите! Не дышите! Да, больной, вы очень зеленый. Вас надо срочно лечить. Ага. Ой! Нет, потом! Вот больной. Вам нужно выпить лекарство. А еще нужно выпить чаю с медом. Зеленуки? Вам. А Зеленок уже здоров. Спасибо, балыши. Я все понял. Буду лечиться. Я болею. Кажется, я заболел. Малыши, нам нужен врач. Я болею, я болею, притворяться не умею. Я болезнь свою лечу и поправиться хочу. Я болею, я болею, уходи, болезнь, скорее. Надо мне лекарство съесть, сразу я поправлюсь весь. Растиропчик, давай пипетка, и здоровой будет детка. Еще немножечко за здоровье ложечка. Ой, апчхи! Ой, апчхи! Ой, апчхи! Ой, апчхи! Сунем градусник под мышку и поправится малышка. Все болеют иногда. Это право? Растиропчик, давай, пипетка, и здоровой будет детка. И еще немножечко за здоровье ложечка. И еще немножечко за здоровье ложечка. Ha ha ha!
Появилось новый день на дворе. Сколько надо нового узнать детворе. Малышарики! Малышарики! Приходите поскорее, малышарики. Ничего такого-то, что нос не дорос. Главное про все на свете выдать вопрос. Малышарики! Малышарики! Подрастайте поскорее, малышарики! Замок. Ого! Здравствуйте, малыши. Привет. Здравствуйте. Вот замок делаю. А можно в нем поиграть? Играйте, конечно. Чур я принцесса. Да. А я буду. Ой. А замок-то полон опасностей, да, ежик? Я знаю, кем я буду. Не бегай. Не прыгай. Ёжик, ты чего? Не найдешь, не найдешь. Опасный сундук. Я не мешаю, я защищаю принцессу. Я рыцарь. Рыцарь? Здорово. Я тоже всегда защищаю девочек от опасности. А меня не надо защищать, я сама. Ну и ладно. Пандочка, что случилось? Кажется, я застряла. Что? Ёжик, ты настоящий рыцарь. Спасибо, ёжик. Пожалуйста. Ёжик, пандочка, может, вернете мебель в замок? Пандочка, я буду безопасной принцессой. Обещаю. Теперь я совершенно спокоен. С таким рыцарем наша принцесса в безопасности. Безопасность дома. Крошек, это опасные. На плите стоит кастрюлька, а в кастрюльке буль-буль-буль. Булька-булька, булька-булька, кипяток. Удираем со всех ног. Кипяток всегда сердитый, ой, к нему не подходи ты. Есть на кухне мистер Нож, ты его дружок. Не трожь этот самый мистер Нож, на драконий клык похож. Он работник распрекрасный, но в руках твоих опасный. И еще должны все детки знать, что в доме есть розетки. Их не трогаем рукой, там живет ток-токыч злой. Если кто его тревожит, рассердиться токыч может. Так что даже дома-дома, где все вроде бы знакомо, надо твердо знать, друзья, что нам можно, что нельзя.